На этого красивого щенка с грустными глазами мужчина наткнулся случайно. Малыш сидел возле люка и никуда уходить не собирался. Только продолжал оглядывать прохожих печальным взглядом. В первый раз мужчина прошел мимо. На следующий день он увидел щенка на том же месте. Тогда он купил в ближайшем магазине еды и угостил кроху. Мужчина решил для себя, если завтра щенок будет там же, то он заберет его домой. Так, собственно, и случилось. Щенок оказался в доме мужчины. Но, кажется, не был слишком рад этому, потому что следующим утром сбежал, стоило открыть входную дверь. Было понятно, где искать кроху. Щенок, очевидно, был бездомным, и казалось странным, что он сбежал из теплого дома, где мог получить еду, кровь и заботу. Эта ситуация уже не была такой простой. Мужчина пришел к тому люку и, конечно, увидел там щенка вдруг из магазинчика, рядом с этим местом, вышла пожилая женщина и сказал: Обращаясь к щенку, ты снова здесь. Появился шанс узнать настоящую историю этого малыша. Оказалось, прямо на этом месте машина сбила маму этого щенка. Он, скорее всего, не понимал, что мамы больше нет, и все время ждал ее. Мужчина был удивлен поступку человека, который не только сбил на высокой скорости собаку, но даже никак не попытался позаботиться о ее малыше. Собаку в итоге похоронил очевидец произошедшего. Теперь все было понятно. Щенок не хотел уходить от люка, так как продолжал ждать маму, не веря, что остался совсем один. Мужчина же решил все-таки забрать малыша и подарить ему любовь и заботу. Он не мог просто оставить все как есть и спокойно уйти. Мы можем только надеяться и верить, что в итоге у них все будет хорошо. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.